Яна Мартыновна, мы хотим разжечь костер. Дайте, пожалуйста, вашу старинную зажигалку. Но будем осторожны. Кидай кого-нибудь, Таня! Да, старинные. Мне было тогда 6 лет. Хочешь, чтобы тебя убили? Не хочу. Ранен? Это чужая. Кто ранен? Я. Пулей царапнула. Больно? А где твой дом? Нигде. Ничего. До свадьбы заживет.
Хотите, я вас всех накормлю? Хотите? Кушайте, пожалуйста. Это котлеты. Это пироги. А это куличи. Кушайте, кушайте. Кушайте, пожалуйста. Есть хочешь? Немножко. А вы? Поела? Пойдем, я тебя отведу. Куда? К добрым людям. Кто? Твои добрые люди. Вон за леском дымок. Там. Подожди меня здесь. Я считаю. Ты делаешь уроки? Это 10? Это 7. Вот 10. Ты что, это считать не умеешь? Вот это сколько будет? 1. Это я знаю. Что я маленькая? Ты 1, и я 1. А вместе будет 2. А дальше я не умею. 2 это мало.
Давай-ка будем считать дальше. А теперь настрое. А теперь четверо. А теперь? Пятеро. А мы учимся. Учимся по секрету. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 63, 64. Ты что бормочешь? Я считаю звезды. Оставь немножко на завтра. Спи. Тебя кто просил? Никто, я же твоя жена. У всех мужчин должны быть жены.
иначе вы все пропадете. Я буду тебя кормить, поить и одевать. А ты будешь ходить на работу и на войну. А потом у нас народятся дети, и я их научу считать до 1000. Десять, 11, 12, 13, кончит. Считай до 1000. Потом еще до 1000 еще. А потом выходи. А ты? Sind Sie eingegangen? Ja, mein Lieber, wir sind schlau, aber wir sind noch schlauer. Тысяча сто один. Тысяча сто два. Тысяча сто три. Тысяча сто четыре. Тысяча сто пять. Thank you.